С волнением администрация Науинского детского дома ждет столь стремительно приближающийся сентябрь. С одной стороны, 1 сентября – это праздник. С другой, подготовка к новому учебному году всегда сопровождается беспокойством, как приобрести для ребенка все необходимое. Если решение этого вопроса не из легких для семей, где воспитывается 1-2 ребенка, то что говорить о Науинском детском доме, в котором около 40 воспитанников, причем разного возраста? Чтобы первый учебный день стал праздником для всех ребят без исключения, предприятие «Дауткомп» снова объявляет благотворительную акцию «Соберем детей в школу». Цель акции – обеспечить детей всем необходимым. Очень такой у нас болезненный вопрос – это спортивная обувь. Очень нуждаемся в спортивной обуви от первоклашек до больших наших подростков, мальчиков, которым иногда уже нужен 45-й размер кроссовок. Также нужна и спортивная школьная форма. А еще у нас немножко, скажем так, вышло с моды, наверное, немножко вышли наши праздничные наряды. И с удовольствием бы приняли бы такой вот подарок, если можно так сказать, праздничных нарядов на 1 сентября, также и девочкам, и мальчикам. Лучше всего проблему сбора школьников к новому учебному году поймут родители. Если вашему ребенку уже малы наряды и обувь, вы можете порадовать других малышей. Единственная просьба, чтобы вещи были в хорошем состоянии и чистые. Помимо одежды, ребята из Науинского детского дома будут рады получить в подарок и новые учебные принадлежности. Что касается учебных принадлежностей, ну это как и везде, как в любой семье, это нужны общие тетради, их очень много надо, особенно старшеклассникам очень нужны общие тетради. Наши дети посещают художественную школу, это дополнительные наши расходы, но надо развивать детей, и они любят это творчество, и потому нам очень нужны и гуаши, и толстые большие альбомы, аппликационная бумага, и картоны нужны. А возглавляют топ самых необходимых принадлежностей обычные шариковые ручки, которые, как и у всех детей, вечно теряются, а также пеналы. Помимо Науинского детского дома, собранные вещи будут переданы семьям, которым трудно самостоятельно собрать своего ребенка в школу. Вещи принимаются в офисе предприятия «Дауткомп» по улице Елговас, 1Б, с 8 до 17 часов. Дополнительная информация об акции, а также о возможности спонсорской поддержки по телефону 27 79 72 44.